После вкусного ужина пошли прогуляться до торгового центра Манчжурия. Мне нужно в аптеку кое-что прикупить и так посмотреть. Не спать же ложиться пораньше. Так, а они куда? Ну, ты знаешь, где она у Лены идет? Хозяйственный-то на второй этаж? Нет, на первом. На первом? Ой, концерт. Не говори, по заявкам. Здравствуйте, ага. Мы в торговом центре Манчжурия. Ты мне сказал, ой, какие футболочки классные. Ой, какие классные, здрасте, костюмчики мужские. А сколько костюмчики мужские стоят? Сколько юаней? Ага. А это мужской? Это мужские, а женских нету, да? А это женские такие большие? А это тоже женские футболочки? О, я завтра приду, мне костюм надо. А костюмы сколько? Вижу. Поторгуемся завтра? Поторгуешься? Скидочка завтра будет? Завтра приду. За таким. Скидка будет, не? Скидка будет? Я нашла классные футболки, здрасте. Калина Ивановна, опять тебя потеряла. Да елки-палки, она куда? В субботу и воскресенье вот здесь. Заполняйте бланк, и здесь дадут бесплатную сумочку. Здрасте. Привет. Привет. Так, ну, привет. Привет, Саша. Лена-то эту я знаю, она хорошая. Я у нее сковородки брала. А я про другую на втором этаже. О, пожалуйста, у нас рекламируют. А вот это что такое? Это мочалочки металлические в Валберисе. Сколько стоит она? Двоя. Ну это у нас двоя. Они так это. У нас стоит. Дайте-ка, девочки, я сниму номер. Угу. Так-ка номер. Торговый центр Манчжурия. А то меня ругают, что не называют торговый центр, хотя я пишу в наименованиях торговый центр. Маленькие вот. О, такие большие есть. Ёптора стоят. Сколько один куплю? Сим-карты делают. Давай маленькие. Можно орешки. Вообще классная вещь. Про что это, девочки? Турбоизмельчитель. Покажи. Да. Покажи турбоизмельчитель. Офигенная вещь. Что он режет-то хоть, это турбоизмельчитель? Все режет. И морковку, да, и лук. Ну это как миксер. Да. И а что он турбо, он что, быстро делает это? Потому что он, видишь, раз... И не надо никакие эти. Заряжается это, от USB. А это что? Так что берите, не пожалеете. Очень хороший. Вот это я дома тоже такая, как рак щетного, рука. Нет, я сначала в нее купила, эти были первые, помнишь? Да. Просто два ножа. Угу. Чашей. Да. Тоже. А потом этот себе купила. Да. А я купила сковородку и жарю на ней. Вот эти большие. Вон ту маленькую. Такая удобная. Вон та зелененькая. Такая прелесть вообще. Не прилипает ничего. Ручка отстегивается удобно. У нас я ходила. Там то без крышки, то ручка нет. У нас же то... А, здесь... а тут все в комплекте. Ну. Отдельно крышка, отдельно ложка. Мне надо швабру, но не такую. Нету швабры, которую я не могу какой год купить. Швабру, которую мне надо. Ну, вы возьмите визиточку. Да, нет, я визитку не дайте, пожалуйста. Вы когда выйдете, а я? Мы только приехали. Мы покушать сходили. Вот еще, знаете, мы только приехали, поесть сходили. Лампочки. Они, видите, как включаются два положения. Желтый свет, красный свет. Здесь можно... Телефон включать, заряжать. Mm. И можно вот свет, это включаете, заряжаете. И еще здесь выдвигается штучка, и телефон ставится как подсказка. В аптеку, в торговом центре Манчжурия. Вход с улицы, и можно внутри зайти. Лиля тут? Здрасте. Привет. Пришла. Привет. Сейчас скажу. Вот, 4-я улица. Вот торговый центр в Манчжурии, вот аптека у Лили.
А вот гостиница «Баба Шеня», в которой мы сейчас поселились. Ой, какая машинка, прелесть. Ой, какая прелесть. Покаталась бы я на ней. Маленькая. Это мы вон там под крышей живем, получается. Вот окошко наше выходит из-под крыши. Вот сюда Степа Миха. Вот так вот мы живем.